началось так, как я люблю. Я сходила в душ, прям все так офигенно. Чуть даже успела накраситься. Сейчас заправили постели, Гришка везде пропылесосил. Я там стирку заложила. В общем, все, как я люблю. Начинается. Обед сегодня готовить просто не надо, поэтому все отлично. Сейчас нужно полить цветы и потом сфотографировать пряники, чтобы их сегодня уже отдать. Вот, так что вот такие планы. Здесь на кухне стоит эта здоровская штучка. Покупала ее в БАУ-центре. Очень удобная оказалась. Только не всегда знаешь, куда ее засунуть, чтобы было не прям совсем на виду. Но мне нравится. Вот у меня тут какой интересный заказ. Сейчас буду его фотографировать. Особенно мне нравится все раскладывать вот на фотосессии. Это супер. Григорий тут снежинки вырезает. Ты маленький решил? У меня там две больших на одно окно и штуки четыре маленьких. Угу. Ну, отлично. Зай, давай сначала пойди вот это все собери, и уже надо идти обедать. Если ты еще за подарком же хотел заехать. Ну, сейчас это быстро доделаю уже. Давай, давай. И обедай. Я поехала за Антохой. Такой наборчик получился. Мне нравится. Сейчас поеду, отвезу его, и Антоху заодно заберу. Антошка забрала. Антоха, ну как там в школе? Хорошо все? С кем ты сидишь? С Настей. С Настей опять? Меня никак не перезвали. Я хочу уже с мальчиками. Ага, да? Ты же с пацанами хочешь. Так о, куда? Пульта за дровами. Баба не успела, говорит, они меня увидят, видит камеру. Да? Антоха тоже теперь вырезает снежинки. Первая. Вот это первая, ага. А птичка я ее назвала. Птичка? Похоже. Да. Вот еще. Да, вот еще. Отлично. Угу. И еще вот. Вот, здорово. Три снежинки ты уже вырезал, да? Мне еще осталось три, чтобы четыре получилось маленькие. Угу. На это. Потом еще кухню украсим. Да. Так здорово, солнышко вышло. Супер. Антоха, тут уже меня ждет. Угу, так, дети здесь уже поукрашали окна. В этом году... Антоша, давай сюда костюм. Сейчас крылья. Посмотри. Что? Они сейчас... Ага, вот именно. И здесь повырезали со своими снежинками. Да. Я еще купила в фикс-прайсе эти наклейки. Ну то, что ты туда сюда не заходи, там грязь. Всё. Пошлите. Уже поздно. Ага. Правда, это квадраты. Это не узоры. Нормально. Это квадраты, мам. Ну что, красивые с узорами квадраты. Да, я их немного, мам. Вот эти. Надо вот так. Видишь, как он вот. Угу. Вот так это некрасиво просто. Она квадратная. Гриша, все красиво. Либо ее по-другому клеить. Гриша, по кромбу. Все красиво, я пошли. Я ее перегом ее переклею. Пошли. Нет, не переклею. Так, все уже наклеиваем наклеечки. Куда-нибудь сюда? Или повыше как-нибудь? Да хоть так, хоть вот сюда, вот на свободное. Ну, как бы, как вот там. Смотри сам, как тебе нравится. Так, тебе что, подавать наклейки? Да. А ну и мне еще дашь одну, типа, вот эти две синички. Давай. Это не синички. Офигевшие. Ой, снегири. Угу. Клюкву идет. Вот сюда пониже можно. Мам, я все. Так, смотри, только ты его... Он же как будто ж сидит вот так на веточке. Ага, понятно, вот так. Мам, я все. Угу. Ну, хорошо. Дети. Я люблю, какая вот. Здравствуй, здравствуй, Новый год, ты такой хороший. Все? Хорошо. Как дела в саду? С кем играл сегодня? Да с кем? А с кем-то играл? С кем? С девочками или с мальчиками? Мальчиками. С какими? Сколько было мальчиков? Мы выходили на улицу. Угу. Там была лужа, там из-за того, что стреляли.
Лужа была? Да. Там есть там бежали и лужу помдадан. А, и толкнул Данила, да? И Данил туда упал в лужу и намочил что, штанишки? Да, и куртку. И куртку даже? Потому у него тут дыра какая. Дыра? Или просто мокрое пятно? Пятно мокрое и тут дыра какая. И дыра даже? Какая. Ему, наверное, будет вся бомба. Бомба? Ты так не вел себя? Все в порядке было? Ты слышал воспитателей, да? А потом Данил вышел. А потом он взял его и тоже так ножка взяли воспитатели. Помлюзил Арсения. И Арсений тоже намочился? Это воспитатель сказал его так ножка. Да ты че? Так не могло случиться. Мам, я уже запутал. Компьютер? Нет, давай еще пойдем чуть поиграем с машинками, хорошо? Дети сейчас все в снежинках, да? Продолжаем вешать снежинки. Я еще сегодня, гляньте, какую гирлянду купила. Вот такие вот мороженки. Вот такие мороженки, и она работает от батарейки. Стоила она 300 рублей у нас в магазине. Уже батарейки были в комплекте. Так, стойте, мне на маленький уже начинать. Смотрите. Вот так. Угу. У меня вот так или вот так ее? Ну как хочешь. Как... Вот так давай. Вот так давай. Красиво, да? Угу. Тут я сама у себя вешу. Сама себя. Угу. Что такое, дедуля? Что этот дедуля хочет делать? Мама! Увлажнить муравьишек? А. Ну что, что оно там все равно же видно? Ну да. Да, да. Так, что тут я делаю? Я сейчас повезу Гришку на карате и попрошу родню, чтобы она нам пришила. В общем, это же наш танцевальный костюм кузнечика. И нужно каждую деталь костюма подписать. У нас есть вот такие вот бирочки. Просишу, чтобы родня нам пришила на штаны. То есть каждую деталь, да, вот сама вот кофточка, крылья. Где-то здесь еще шапочка, кузнечик. Вот такая вот. Такой вот у нас кузнец.